Вы не знаете, по какому поводу? Ну, то есть вы находитесь сейчас в полиции? При повторной отработке района совершения преступления у дома 23 по улице Московскому нам был замечен гражданин неизвестный, который находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя вызывающе, значит, приметы были схожи. Я, значит, с напарником подошли, представились, указали причину нашего обращения к данному гражданину, потребовали, значит, проехать с нами в отдел полиции. Однако гражданин ответил резким отказом. Также продолжал оказывать неповиновение, в связи с чем я с сотрудником, с кем нес службу, применил данному гражданину физическую силу, спецсредства, наручники. Вследствие чего данный гражданин, после чего был доставлен в дежурную часть отдела полиции номер 2.